Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова, и сегодня мы вместе с вами полистаем четвертый каталог компании Oriflame. И мы будем не просто его листать, а я вам покажу ту продукцию, которой сама пользуюсь, и среди этой продукции очень много новинок, и расскажу, что мне нравится, и дам конкретные рекомендации по применению. Я вам желаю приятного просмотра! Кстати, я вам рекомендую, если видео очень длинное, хочется его все посмотреть, поставьте на ускорение. Кто смотрит с телефона, нажмите в верхнем правом углу на кнопку настройки и выберите скорость, которая вам удобна. А кто смотрит с компьютера, сделайте это в правом нижнем углу, тоже нажав на иконку настройки. Итак, поехали! Каталог начинает свое действие 7 марта и закончится 27 марта. Каталог идет ровно 3 недели, и к нам возвращается легендарная тушь, классическая тушь 5 в 1. Я ее как раз получила только что для обзора, даже еще не попробовала, но меня порадовало то, что кисточка осталась неизменная, потому что для моих ресничек это самая удобная, самая классная кисточка. Я ее очень люблю и всем рекомендую попробовать хотя бы раз эту тушь, кто ее не пробовал. У нее очень много приятных функций. Во-первых, она удлиняет, придает объем, делает изгиб, питает реснички и ухаживает за ними. Итак, давайте посмотрим, что нам предлагает компания в этом каталоге. Так, у нас будет шанс стать обладательницей суперпризов от Владислава Лисовца. Будет сертификаты денежные. Нужно будет что сделать? Заказать любую обновленную тушь 5 в 1. А у нас будет на выбор или водостойкая, или классическая. Второй шаг. Оставить отзыв на сайте oriflame.ru или в соцсетях с хэштегом тушь Вандерлаш. И третий шаг – получить шанс выиграть один из призов. То меленько-меленько, вот тут все нужно прочитать, чтобы знать, какие еще есть нюансы. Не буду тратить на это время. Но самое главное, что вы должны запомнить. Заказав тушь, вы оставьте отзыв, чтобы стать участником розыгрыша. И я желаю вам победы, чтобы вам повезло. Прекрасное предложение, которым я рекомендую пользоваться, заказать набор за 69 рублей. Набор состоит из одного каталога следующего периода, то есть придет уже пятый каталог, пробники, которые состоят из крема для лица, дневной крем для зрелой кожи, пробник аромата Амбер Эликсир Кристалл и пробник помады 5 в 1 с эффектом металлик платиновый нюд. Всего за 69 рублей такая приятная нам идет поддержка, чтобы было что попробовать и подарить нашим клиентам. Итак, мы можем в этом каталоге поучаствовать в бьюти-марафоне. Присоединяемся к интенсиву по стилю и макияжу 7 марта. Все подробности также на инстаграм-аккаунте oriflame.ru. Обязательно участвуем, чтобы быть в тренде, быть красивыми и модными. Меня очень порадовало, что выходит новая подводка для глаз серии The One. Обязательно закажу, попробую. Мне понравилась ее кисточка, мне понравилась ее форма, поэтому я буду пробовать однозначно. Обожаю стрелки, и мой макияж редко обходится без стрелок, потому что стрелки задают тон. Тени, конечно, меняется сезон, и мы меняем палитру теней. Мне очень нравится наша палетка магнитная. Мне не очень нравится ее внешний вид, она у меня немножко вся затертая, видавшая виды, но мне нравится ее функциональность. А с одной стороны, есть дырочки, если мы иголочкой туда или шпилькой какой-нибудь залезем, то мы как раз вытолкнем один из теней Refill. А сейчас моя подборка выглядит таким образом. А к лету, я думаю, я ее чем-то еще пополню, а может быть и нет, посмотрим. Итак, смотрите, вы подбираете себе в эту палетку все, что вам нравится, подбираете свою цветовую палитру. Обязательно закажите себе праймер для век, потому что на этот праймер тени ложатся намного лучше, нежели без праймера. Я вам хотела бы показать пример, но не взяла кисточку. Давайте вот так вот попробуем. Что такое праймер? Светлый тон, который прекрасно выравнивает кожу век. Буду показывать где-нибудь вот здесь на руке. Так,
Видите, легкий-легкий тон выравнивает кожу, и на этот тон чудесно приклеиваются тени. Вот смотрите, на чистую кожу положила тени, взяла такой приятный зеленовато-золотистый оттенок, а теперь на праймер. Конечно, пальчиком не очень получается, но даже пальчиком видно, что тени ложатся более плотно, ярко, сочно и будут дольше держаться. Поверьте мне, праймер позволяет сделать прекрасную тушевку, тени не ложатся пятнами, ровным красивым слоем, и при этом они здорово миксуются, и получается красивый градиент, даже если вы используете несколько оттенков. Очень рекомендую. Смотрите, какой красивый оттенок, просто чудо. Так, дала вам рекомендацию про своих любимчиков, двигаемся дальше. Тональная основа увлажняющая для обладательниц кожи, склонной к сухости, Aqua Boost SPF 20, и тональная основа у нас идет в 6 оттенков, мой тон 29, называется светлый бежевый, как раз для лета он у меня лежит и ждет своего звездного часа. Я его заказала, когда только появилась новинка, а потом кожа посветлела, и мне пришлось пользоваться другим. Видите, какой тон прекрасно ложится на кожу, не забивается в поры, дает легкий полупрозрачный тон, кожа выглядит ровной, сияющей, ухоженной, нет шелушений, стянутости, то есть великолепный, отличный тон, очень его люблю и рекомендую. Рекомендую также пользоваться кистями для нанесения тона или спонжами, любой вариант, который вам удобнее используйте, но в крайнем случае пальчиками. Пудру и румяна новинки я, к сожалению, не пробовала, а отзывы видела отличные, то есть я смотрела других блогеров, они в восторге, поэтому почему бы нам им не поверить, да? Контурные карандаши. У меня есть два контура из прошлой коллекции, их обновили немножечко, но цвета остались, по-моему, те же самые. Мой карамельный оттенок и шоколадный. Карамельный, кстати, заканчивается, а вот шоколадный такой яркий, сочный, я его использую не очень часто, но мне нравится, бесподобное качество карандашей, не растекаются, чудесным образом обводим контур, утолщаем губы, то есть добавляем объем тот, который нам нужен, стойкий, держит отлично помаду, любовь моя, вот, сокращенно, моя любовь. Два варианта помады, давайте рассмотрим их вот крупным планом. Первый оттенок у нас идет ультракремовая помада 5 в 1, кстати, у меня на губах как раз этот оттенок, код 37665, называется красное вино, вот он этот тон, и кто смотрел видео с самого начала, вы видели этот оттенок. Помада изменилась по качеству, она стала более невесомая, легкая, питательная, я ее полюбила сразу, была приятно порадована футляром, который изменился и стал более стильной и симпатичной. Вторая помада с эффектом металлик, сейчас в тренде губы с эффектом металлик, поэтому обязательно хотя бы один оттенок вы должны себе приобрести. Это может быть энергоблеск, кстати, тоже помада, в которой есть такие вот оттенки, но эффект металлик, вы видите, он несколько другой, она переливается под разным углом света, помада выглядит по-разному, очень красивая, по качеству тоже понравилось, никаких нареканий, единственное, что цвет, который мне прислали, немножечко не в моем вкусе, то есть немножечко не подходит под мою цветовую гамму, мне бы больше подошел оттенок теплых цветов, платиновый нюд, например, золотой металлик, я так хотела их попробовать. У нас выходит новая краска, то есть обновленная краска, новый дизайн упаковки, а внутри те же самые наши любимые оттенки. Мой тон 9.0, я его уже заждалась, и также нас ждет все в этой коробочке, все необходимое для того, чтобы сделать самостоятельное окрашивание прямо дома, что я и очень люблю делать, поэтому пробуйте, экспериментируйте. У меня, кстати, на канале есть видео, даже не одно, как я делаю окрашивание самостоятельно. Тут нас ждут ароматы. Про ароматы рассказывать непросто, а выбрать по рассказам еще сложнее.
Поэтому я вам рекомендую заказывать пробники, и тестеры вам помогут подобрать аромат максимально идеально, чтобы он вам подходил и создавал нужное состояние. Например, Giordani Gold Essence Blossom — это новинка третьего каталога, красивый аромат и по внешнему виду, и по аромату — белоцветочный, такой очень женственный, весенний, страстный. Он мне очень напомнил, кстати, аромат Infinita, который тоже в этом каталоге представлен, чуть позже про него расскажу. На что я хочу обратить внимание: при заказе этого аромата вы получаете в подарок на выбор румяна-бронзер в шариках, или естественное сияние, или персиковое сияние. Чудесное предложение, обязательно им воспользуйтесь, если будете покупать себе такой аромат. Так, листаем далее. У нас также есть аромат, который вызвал массу споров и разногласий, я бы так сказала, all or nothing, все или ничего. Этот аромат выглядит, конечно, просто невероятно красиво. Его дизайн впечатляет с первого взгляда, просто мы смотрим на коробочку и понимаем, что это что-то очень классно. Мне аромат нравится, и его я использую с огромным удовольствием, когда сейчас на улице морозы. Он так красиво раскрывается. Я даже сейчас его чувствую. А вчера у меня была гостья, молодая девушка, кстати, и я ей предложила его продегустировать. Была удивлена, она в таком восторге оказалась от этого аромата. Но я почему-то думала, что его больше будут ценить взрослые женщины. Нет, видите, молодежь тоже очень его любит. И к нему, кстати, идет напарник, аромат с таким ярким жасминовым акцентом, и их можно смешивать, и получается третий аромат, красивый, необычный. Поэтому с этими ароматами скучно не будет. Выбирайте, тестируйте, наслаждайтесь ароматами. А для меня Infinita — это аромат страсти, аромат, который меня сразу просто уносит куда-то в танец, бурный парный танец. Много выбора, разнообразие огромное, поэтому будьте к себе внимательны, слушайте, что вам нравится, обязательно заказывайте пробники. Также и для мужчин. Дело в том, что на каждом человеке аромат раскрывается по-разному, и если на одном человеке он звучит красиво и звонко, на другом он может звучать даже очень тяжеловато. Меня порадовало, что в мужской коллекции вышли несколько вариантов, по крайней мере было три: мини и позесмен. Я сразу заказала для Михаила 15 миллилитров, вот такой вот чудесный спрей, который также ваш мужчина может взять с собой в дорогу, в путешествие, чтобы не тащить с собой большой тяжелый флакон. Классный просто вариант. И также, чтобы продегустировать аромат, понравится, не понравится, и если уже понравился, можно заказывать целый флакон. Для мужчин тоже прекрасный выбор, отличный ассортимент на любой вкус. Также есть спреи парфюмированные для тела, которые тоже стали популярны среди мужчин, особенно среди тех, кто занимается спортом. Обратите внимание на аромат «Лидер». Неожиданно оказался очень красивый, стойкий, такой ненавязчивый, не тяжелый, не приторный, прекрасный аромат. Мы его с удовольствием использовали, вернее, пользовался Михаил, а я им наслаждалась. Новая коллекция для мужчин в таком ярком стильном дизайне мне понравилась. Я заказала Мише как раз скраб для душа. Давайте посмотрим. Гель-скраб для душа. Вот он. Также у нас появился шариковый дезодорант, тонизирующий гель после бритья и кусок мыла, тоже скраб. Кстати, мыло я заказывала, но видно, что-то я напутала, его не оказалось в заказе. Жду в следующем. Итак, гель-скраб обладает приятным ароматом. И когда я на него так надавливаю, надеюсь, вам тоже видно, то прям вот в прозрачном геле я вижу отшелушивающие частички, они там вот висят такие, крошечки приятные. Будем пробовать, еще пока только новинка, сегодня только получили.
Для мужчин чудесная серия Nova Age – это целый антивозрастной комплекс. И если вы любите, чтобы ваш мужчина вкусно пах, чтобы у него кожа была мягкая, гладкая, и поры чистые, и отсутствовал жирный блеск, то, пожалуйста, позаботьтесь о своем мужчине, закажите ему хорошее средство для умывания. Два продукта, которые стали такими любимыми, такими уже, как сказать, визитная карточка Oriflame, это румяна в шариках. У меня как раз естественное сияние, вот такие вот шарики разноцветные, которые при наборе на кисть смешиваются, получается очень красивый естественный тон. И второй продукт — это сияющая пудра в шариках. Посмотрите, эта пудра помогает сделать лицо ровным, сияющим и более свежим и молодым за счет того, что здесь подобраны оттенки, которые помогают сделать лицо ровным и красивым. Просто чудо. А еще пудра приятно пахнет. Ну, ее, кстати, очень надолго хватает, как у румян в шариках, поэтому имейте в виду, что хватит минимум на 3 года. Тональные основы. У нас есть антивозрастная основа эликсир, которую я никогда не пробовала, и у меня нет о ней впечатлений. Зато я пробовала оба оттенка, то есть оба тона, CC мультифункциональный, который идет у нас в двух оттенках, и пробовала матирующую пудровую тональную основу. Итак, рассказываю о них поподробнее. Так, первый — это CC крем. Я его очень люблю, потому что у него высокий SPF 35. И видите, мой тон темный, я его брала себе летом под загар. У меня вот осталось полфлакона, как раз в это лето я его использую до конца. Пробуем, вот сюда наношу, достаточно темный тон, очень нравится, нравится, как он ложится, невесомый, красивый, достаточно плотный и SPF высокий, то есть к нему у меня вообще никаких нареканий. А вот ко второму, к матирующей пудровой основе, у меня оказалась куча претензий, и я с ней так и не подружилась, потому что она нужна, скорее всего, тем, у кого кожа жирная. Единственный способ, которым я ее смогла нанести, это спонж, влажный спонж. И все равно через несколько часов она у меня собирается в порах. И это мне не нравится. Поэтому смотрите, если кожа жирная, то вам подойдет. Если кожа не жирная, то лучше не рисковать, а подобрать себе что-то, ну, что-то другое. Например, у нас вышла новинка, матирующая пудра. А где моя пудра? Так, нашла. Мой оттенок — слоновая кость 34637. Пудра классная, она с зеркалом, она с пуховкой, пуховка очень удобная. Вот смотрите, например, набрала и вот так вот на, ну, лучше на тон вот так вот прям выкладываю. Смотрите, сразу появляется красивый тон лица, а на тональную основу получится еще лучше. То есть тон пудру в себя вбирает, получается, мы как бы запечатываем макияж. И эффект фотошопа, лицо становится настолько ровным, молодым и гладким. Я в таком восторге от этой пудры, что теперь всем ее рекомендую. Говорю, берите, пожалуйста, классная, классная пудра. А на следующей страничке нас ждет объемная основа под тушь. Я ее брала, уже не пользуюсь, вот держу просто, чтобы показывать на эфирах. Итак, что это такое? Такая белая основа, вы ее наносите на чистые ресницы, даете ей чуть-чуть прям зафиксироваться, не ждите, когда она высохнет сильно-сильно, и начинаете красить реснички своей привычной любимой тушью. Что получается? Ресницы более объемные, выразительные и с изгибом, то есть эта основа, она сразу же дает еще и изгиб. Буду ли я делать повторную покупку? Ну, скорее нет. Почему? Потому что больше времени уходит на макияж, и я не вижу в этом такой большой необходимости, потому что наши туши, они меня полностью устраивают, особенно тушь 5 в 1, или еще мне очень-очень понравилась тушь с двойным эффектом, у нее кисточка вот так достается, так, или вот так через трубочку, то есть вот эта трубочка через нее. Мне очень понравилась эта тушь в том плане, что она дает и длину, и объем огромный, то есть вот она тоже стала моей любимицей. Поэтому я особого вот смысла для себя не нашла в этой базе, но многие обожают, отзывы о ней классные, по крайней мере у меня в команде девочки, кто брали, писали, что им очень понравилось. Гелевая подводка, вот так выглядит баночка
сама подводка, к ней нужна кисть. Мне не очень удобно, что кисть отдельно. Ну вот я специальную кисть, конечно, заказала, но пользоваться не пользуюсь. Как видите, она у меня новая, кстати, подводка давнишняя, но она не сохнет, смотрите, она прям свеженькая. То есть весь продукт долгоиграющий. Если вам эта форма удобна, то вы сможете им совершенно спокойно красить себе стрелки. У меня кисточка оказалась немножко забитая, надо ее помыть. То есть у нее хороший черный пигмент, она стойкая, удобно очень хорошей кистью нанести вот так подводку. Вот отзывы об этой именно гелевой подводке отличные. Ну вот я ее не очень люблю из-за того, что кисть отдельно, подводка отдельно, у меня все это всегда теряется. Поэтому я люблю подводки, как была в начале, поэтому ту обязательно закажу. Помады. Давайте посмотрим, что есть у меня из помад. У меня много помад Giordani, но они так быстро обновляются, что оказалось, что у меня как бы особой помады из новинок не осталось. Есть цветущий пион, по-моему, 36802. Вот этот оттенок. И когда я им начала краситься, особенно на эфиры, на выступления, вы меня стали все спрашивать, что за тон, напиши, пожалуйста, оттенок. Смотрите, какое чудо. Отличный тон, как она классно лежит на губах, я таком от нее в восторге. Самое главное, такой не кричащий, глубокий оттенок пионовый, мне очень она понравилась. Даже я больше люблю теплые помады, но это меня тоже очень впечатлило. А вот про теплые сейчас расскажу. Теплый кашемир, как раз эта помада жидкая, эликсир, помада эликсир Giordani Gold. И кстати, она с SPF 15. Это не часто в помадах найдешь. Удобная кисть, такая мягенькая, как пуховочка. И такой красивый оттенок, посмотрите. Вот это меня приводит в восторг. Моя гамма, тональность, все мне нравится, как она лежит на губах. Она, кстати, стойкая, маску даже не пачкает. То есть такая хорошая помада, если накрасить и дать ей вот устояться, она высыхает, и она, кстати, не стирается, очень ноская. А сатиновую помаду я не заказывала, она мне очень нравится на картинке. Я сразу увидела кремовый беж, и меня аж начало трясти, я бегом отсюда убежала, потому что я такой любитель помад, может быть, когда-то она у меня и появится. Давайте посмотрим, у нас уходит, наверное, количество товара ограничено, как вы видите, стойкая матирующая тональная основа в тюбике. Я, кстати, не люблю тональные основы в тюбиках, мне удобнее с дозатором. Ну, посмотрите, какое безобразие. Открываешь тюбик, вся перемажешься им. Да, по качеству хороший продукт. У меня к нему не было никаких претензий. Даже у меня кожа не жирная, но мне очень нравится то, что когда наносишь, не пачкает одежду, хорошо лежит, долго держится, вот так вот, смотрите, поры не забивает, продукт, конечно, классный, но вот форма, конечно, мне кажется, вот нужно все тональные основы делать с дозаторами, чтобы это было максимально удобно для девочек, нам же нужно и время еще экономить, а у кого и работа, и детки. Каждая минутка на счету. Итак, стойкий маркер подводка. Да, я ему всегда говорю да, обожаю такую форму стрелок, но он не очень долговечный. То есть если у нас, например, подводка служит долго, так где бы накрасить, чтобы вам видно было, то вот такие вот маркеры мне долго не служат. Знаете почему? А потому что я сначала крашу тени, а потом стрелку. И естественно, тени потом забивают наконечник и не дают пройти вот этой вот жидкости, которая должна выйти в стрелку. Да, но я все равно всегда их заказываю, очень люблю, и хотя бы я недолго именно пользуюсь и наслаждаюсь, потому что это самая удобная форма нанесения стрелок. Далее помада для бровей. Если вы видели мои брови, вы, наверное, сразу поняли, наверное, она с помадой на бровях. Да, о, влюбилась в этот продукт. Вы знаете, пробовала нашу палетку с тенями, одновременно наносила на одну сторону ее, на другую помадку, когда только получила, и сразу помадка у меня заняла лидирующую. Что-то у меня с кисточкой случилось, как будто она проваливается. Сразу мне помадка понравилась больше, удобная кисть такая вот остренькая, хорошая,
Мне, по крайней мере, здесь почему-то плохо ложится, может, там тона много, скорее всего, вот тут давайте пробовать. Вот, смотрите, можно прорисовать просто такие тоненькие волоски, потом расчесать расчесочкой, можно вот так нарисовать бровь, раз, два, изгиб задать и заполнить потом все пространство, где есть просветы. Получается такой естественный тон бровей, она бархатная становится, стойкая. Классная штука, только вот у меня что-то с кисточкой, я ее натыкала, но нужно будет аккуратненько вытащить и зажать. Вот неожиданность какая, посмотрите, какая я вся красивая, ради вас, чтобы вы все хорошо рассмотрели. Этот продукт рекомендую с огромным удовольствием, правда, искренне очень понравилось, и я считаю, это прям достижение в Oriflame. А вот тушь с эффектом кошачьих глаз, вау! Я и не пользуюсь, потому что у меня сразу открыто, наверное, 5 или 6 тушей. Я сначала ей пользовалась постоянно, очень понравилось. Несмотря на то, что такая гигантская кисть, для меня эта кисть огромная. Но давайте сравним. Моя привычная 5 в 1, какого размера, и какого размера с эффектом кошачий глаз. Да, она в 4 раза, наверное, больше. Ну, в 3 точно. Поэтому мне не очень удобно. Но я быстро к ней приспособилась, буквально чуть ли не с первого раза, и она действительно создает красивый эффект кошачьих глаз. Она как бы акцент делает на внешние реснички, и получается очень красиво. Тот, кто любит большие пушистые кисти, вот обратите внимание, или на эту тушь, или на ту, которую я уже хвалила. Мне так она понравилась. Вот у нее не слишком большая кисточка. Давайте опять сравнивать. Не такая огромная, как у этой. Вот смотрите. Не такая огромная, но достаточно тоже лохматенькая. И она отлично и прокрашивает, и удлиняет. Что я делаю с этой тушью? Я экспериментировала, пробовала и так, и так. В результате, если сначала сделать объем, то потом трудно вытянуть длину. Поэтому сначала мы красим тонким вариантом, когда у нас максимально вся тушь снялась, и кисточка выглядит полупрозрачной, мы вытягиваем длину. А потом, не давая высохнуть до конца туши, чтобы она только чуть-чуть схватилась, мы берем сразу вот этот вот пухляж и наносим объем. Получаются огромные, толстые, изогнутые ресницы. Вот прям фишка. Очень классная тушь. Что здесь еще интересненького? Для снятия макияжа со скидкой мое любимое средство. Я его называю «Медуза», потому что оно, видите, как двойное, и надо смешать. Нанести на ватный диск и потом все удалить. Что еще хочу сказать, удаляет водостойкий макияж только это средство. И если кто-то у вас заказывает водостойкую тушь, не продавайте, не продавайте, если человек не хочет покупать это средство. Наша водостойкая тушь не смывается вообще ничем, вот вообще, только вместе с ресницами вы ее отдерете. Далее, карандашики. Как я люблю все такое цветное. И к весне я затарилась таким радужным зеленым оттенком. Как раз заказала эти зеленые тени, но оказалось, что под этот карандаш даже больше подошли вот эти тени, которые у меня были, вот эти небесные. Видите? То есть они как бы больше даже подошли, чем вот эти зеленые, которые я заказывала под карандаш. Ой. Хорошо наносится, не слишком яркий. Я боялась, что он будет агрессивно ярким. Нет, не затмил он моей красоты. Шучу. Но карандаш понравился. С ним такой свежий макияж получается и очень большие распахнутые глазки. Так, двухсторонний карандаш для бровей я не брала, поэтому ждем ваших отзывов. Кто пробовал, напишите, понравилось или нет. Кто пробовал такую штуку, закрепляющий спрей для макияжа? Ну, говорят, классно работает. У меня есть он, но этот спрей мне как бы особо не нужен, потому что у меня макияж не плывет, не травмируется, не течет. Но когда только вышла эта новинка, я активненько попользовалась. Да, действительно фиксирует макияж. Я даже ходила в сауну в фитнес-клубе, и макияж не поплыл. То есть я вышла оттуда, просто высохла, и дальше пошла точно такая же, как будто вообще не была ни на спорте, ни на сауне. Очень классный консилер. И он нужен в каждом макияже, потому что консилер мы наносим на кожу, область вокруг глаз, особенно под глазками.
потому что тональную основу, как правило, не рекомендуют наносить на эту зону. Да, все-таки нужно что-то полегче, и чтобы он был прям специально для глаз. Он осветляет круги, маскирует, все делает более нежным и красивым. Кстати, я почему-то была уверена, что эту помаду сняли с производства. Но оказывается, убрали, наверное, некоторые оттенки только, потому что гранатовый браслет я держу в руках, и эта помада The One Color Obsession, очень красивый цвет. Так, где мы его будем пробовать? Вот такой густой, густой, такой красивый, губы просто становятся такие сексуальные. Тоже мне нравится эта помада и по качеству. Когда я увидела, что ее сняли с производства, я была очень расстроена. Следующий мультиактивный бальзам. Да, бальзам мне понравился, хотя предыдущая версия, если честно, по запаху мне нравилась больше, а вот по качеству, кстати, вот этот вариант оказался очень даже интересным. Вот такой плотный бальзамчик, а еще и с цветом. А какой у меня оттенок? 83 на конце, розовый. Мой оттеночек вот этот розовый. Я им просто пользуюсь постоянно, у меня как будто бы такие красивые, нежные девичьи губки. Аж сама себе завидую, что у меня такое классное средство. Но по запаху то было лучше, 100%. Так, у нас появились новинки в серии для ногтей. Я уже заценила укрепляющее покрытие, оно действительно классное. И, кстати, его можно носить без лака, потому что ногти получаются очень красивые. У него такой приятный оттенок, такой живой, светленький, немножко с розовиночкой, получается очень здоровые и красивые ноготочки. Средство для снятия лака, оно меня удивило, потому что обычно, когда снимаешь яркие красные лаки, 2-3 слоя, и еще там и база, и сверху покрытие, то получается, что этот лак размазывается вокруг всего пальца, и потом надо еще чуть ли не руки мыть этими средствами для снятия лака. Здесь же меня удивило то, что я наносила на ватный диск, прикладывала, снимала, и ничего не размазывалось. Классное средство, да, недешево. На мой взгляд, это дорого за 75 миллилитров, и расход у него все-таки, ну вот у меня уходит медленно, но верно, когда он был по акции в подарок. Но понравилось однозначно, однозначно, да. Так, ждет нас какая-то новиночка, сыворотка для ногтей. Пока ничего о ней сказать не могу, и скорее всего брать тоже не буду, пока не буду, потому что у меня, я сказала себе, два масла, ночную маску укрепляющую, все есть, и, как говорится, всего много и в изобилии. Смотрите внимательно, да, все читать. А, кстати, очень хороший продукт — быстро сохнущее покрытие для лака. Например, накрасили ногти, два слоя лака, ждете целый час, пока высохнет. Вот не тратьте время, возьмите сушку, нанесите сверху, вот так плоско кладете кисть и просто покрываете. То есть не тыкайте в лак, чтобы его не сдвинуть, потому что прям на сырой лак можно сверху аккуратно дать ему схватиться, провести один раз, все, ногти сохнут мгновенно. Так, вот так чуть-чуть отодвинем вкладыш и посмотрим. И несколько оттенков лаков, несколько, да их огромное количество, и они все такие красивые, и лаки чудесные по качеству. Давайте полистаем вкладыш вместе, немножечко вам расскажу, что здесь мне вот нравится, например, или то, что у меня есть. Например, маркер угольно-черный, мне он не нравится. Ой, смотрите, как он мне открылся. Такое видели когда-нибудь? Я нет. Маркер, мне не нравится то, что у него такой толстый стержень, то есть только для толстых стрелок. Я, например, не могу подлезть тоненько к своим ресничкам, вот, чтобы сделать тонкую стрелочку. У меня даже тут-то не получается. То есть для толстых ретро стрелок. Вот такая получается красота. Но он такой долгоиграющий, лежит у меня, наверное, уже больше года вот в таком вот. Ну, я им пользовалась сначала, потом поняла, что неудобно, и просто его вот держу закрытым. И он не сохнет. Главное, до щелчка, чтобы закрывались все эти маркеры. Так, дальше. Кстати, пробовала такой карандаш-подводку со срезом. Мне не понравилась форма. Неудобно красить стрелки было. Я не смогла к нему приспособиться и была недовольна. Так, здесь где-то у нас праймер для губ. Вот так выглядит праймер. Такой белый, как восковой карандаш. И он действительно вот просто белый.
прозрачный, то есть он, его не видно на губах. Что о нем говорят? Мне-то он как-то не очень зашел, а говорят, что он действительно для тех, у кого сухие, шелушащиеся губы, он круто помогает выровнять кожу губ и ложится помада идеально, и помада дольше держится. Девочки хвалят. Ну, мне как-то вот, я к нему ровно дышу абсолютно. Зато мне очень нравится жидкий хайлайтер. Вот такой вот необычный дизайн, флакончик как будто с пипеткой туда, все такое как капельки для носа, и где уже мы его будем мазать, у меня все уже перемазано везде, ну, давайте вот здесь. Он быстро сохнет, то есть вы его нанесли, и надо быстро растереть. И он такой дает легкий золотой тон, не желтит, именно вот красивое золото, очень классный. Но все-таки я больше люблю в розовинку, когда хайлайтер. Но этот мне очень нравится. И дочка у меня его постоянно тырит, ей нравится он. Мы обычно берем на двоих продукцию. Мультифункциональный матирующий AZ Tone The One SPF 30. Он у нас что делает? Матирует, увлажняя. Он скрывает неровный тон кожи и увлажняет, и делает поры менее заметными, и дает невесомое покрытие. У меня вот такой вот оттеночек, тоже тюбик, но, кстати, нормальный, люблю все равно этот тюбик, он такой тоненький, изящный, мне он очень понравился. Так, вот здесь мы его попробуем, и тон какой красивый. Смотрите, прелесть какая. Тоже очень-очень им довольна, к нему у меня нет никаких претензий. Обычный хороший тон, да еще и стоит-то всего 249 рублей. Конечно, нужно брать. Здесь у нас патчи всего за 149 рублей. Огромная скидка, потому что до этого он был в каталоге, они были намного дороже. Но даже 149 рублей, на мой взгляд, это дорого. Да, патчи хорошие, ничего не могу сказать. Но сказать, что они волшебные, я тоже не скажу. Как бы, ну да, хорошие, пользуюсь. У меня есть, кстати, в запасе. Штук 5, наверное, лежит, и я иногда так смотрю, если у меня припухшие веки, думаю, так, надо срочно патчи. У нас сняли с производства, из коллекции убрали серию Eco Beauty, к сожалению, потому что я этой серией очень гордилась, потому что она у нас есть, мне нравится она по составу, по ощущениям, я брала весь набор, некоторые продукты повторяла, и все думаю, как-нибудь надо повторить серию, и тут новости, что ее сняли с производства. Очень жаль. Так, а что у нас здесь будет, кстати? Очищающее молочко и тоник-спрей освежающий. Вот тоник меня просто в восторг привел. Однозначно очень нравится. Особенно на лето, знаете, можно просто освежать лицо. Так, на этой страничке мой любимый продукт – это нежный крем-гель для интимной гигиены и бритья. Сейчас я его найду. Смотрите, вот этот большой 200 миллилитров флакон, объемный, я в него влюбилась с первого применения, сразу понравился, он такой классный, действительно, и бриться удобно, и то, что это сразу и очищение интимной зоны, поэтому рекомендую, прямо девочки, попробуйте. Далее здесь детская коллекция, ой, такие вкусняшки, смотрите, к 8 марта, да, а это когда у нас будет уже, мы не успеваем, надо было к 8 марта нам такую серию, у меня как у известного хомячка в заначке есть вот такие вот продукты, крем для рук и мыло, смотрите, какая прелесть, дизайн какой красивый, как художники постарались оформить, так все акварельно, стилизованно, очень нравится, прям очень. Так, наверное, не смогу открыть коробочку, чтобы мыло показать, ну, мыло в форме цветочка. И также есть в этой коллекции гель для душа, даже не просто гель, а это крем для душа, который будет сразу увлажнять. Аромат всего за 500 рублей, Friends World for Her Tropical Sobat, этот аромат с гуавой, такой экзотический, бодрый фрукт, но мне этот аромат напоминает, как будто вот скосили лук, и пошел дождь, и такой свежий воздух. Я им летом вот просто, ой, как он вкусно пахнет, такая зелень. Так я им наслаждалась летом, и, правда, у него расход такой, почему-то у меня маленький получился, и я им буду с удовольствием сейчас продолжать пользоваться, он действительно классный. Здесь тоже аромат, и даже есть украшения.
И даже оно у меня есть в наличии, одно из них. Покажу, потому что правда нравится. Потому что обычно такие вот, как сказать, бижутерия с, под, да, так вот, с животными, особенно с головами животных, я не люблю, честное слово. Но как-то мне вот это понравилось. Сделано стильно, вот, правда, так аккуратно, так изысканно, что хочется рассматривать. И колечко. Оно все-таки такое яркое, эффектное. Как вам нравится? Мне нравится то, что здесь колечки. Как бы здесь акцентик, гвоздик, можно, кстати, колечки снимать, они съемные. А с колечком получается как будто такая воздушность. Очень интересно. Жду ваших отзывов про эту коллекцию. Да, и здесь также есть еще ожерелье. Ожерелье я не заказывала. Думаю, уже как бы перегруз будет. Слишком много всего. Так, очки. У меня есть такие очки. Я думаю, что вам интересно на них посмотреть. Потому что можно взять серьги, можно взять кольцо наобум, да, так вот просто по картинке. А как с очками-то быть? Ну, они мне понравились по дизайну, и я сказала, я их просто хочу. Я хочу, чтобы у меня такие очки были. Они очень красивые, согласны? У них такие массивные дужки. Они, в общем-то, такие нелегкие, но на лице они комфортные. Я бы сказала, что очень даже комфортная. Мне кажется, есть где-то у нас фотографии. Если Миша найдет, он ставит фото. Вот такая вот красота. Так что рекомендую. 399 рублей. Отличный вариант. Так, что здесь еще маленькое? Ой, плед забыла вам показать. Есть у меня такой плед. И он мне очень нравится. Он такой мягенький, небольшой. Я в него куталась зимой, когда сидела на подоконнике. Потому что там все-таки от окна прохладненько, и меня этот плед спасал. И вот такой спрей для постельного белья. Я им иногда пользуюсь, иногда даже на тело распыляю. Он у него приятный. То есть он и для тела, и для постельного белья. Дар Афродиты. Мне нравится его аромат. Он приятный, он нежный. Он такой прям суперски легкий. Видите, тут даже перышко нарисовано. Поэтому тоже отличный вариант, чтобы сделать белье вкусно пахнущим. А здесь сколько всего интересного, все, что вот необходимо: укусить ногти, подвернуть реснички, выдернуть ненужную поросль, да, сделать трафаретиком брови, губкой нанести, пальчики раздвинуть, контейнеры всевозможные, да, органайзеры для косметики. И наши кисти, они самые лучшие кисти, я их очень люблю, и можете смело брать, потому что они не лезут, легко стираются, с ними приятно работать, и отличные получаются макияжи. Серия On Color не очень мне близка. В силу моего возраста я все-таки предпочитаю заказывать более дорогие продукты, которые содержат больше ухаживающих компонентов. Но кое-что я все-таки знаю. Например, тени обожаю. У меня есть какой-то один из прошлых вариантов теней, и я ими пользуюсь. Кстати, даже сегодня я ими как раз красилась, потому что мне нравится там цветовая палитра и как ложатся тени на веки. Очень здорово. Очень хвалят BB-крем. Вот от слова прям очень хвалят. Вот кто пробует, говорит, невесомый, на коже незаметно. Я брала такой дочке, недавно она как раз выкинула, уже разрезанные, использованные до последней капли, и я взяла эти последние капли, намазала, мне хватило на одну щеку, я посмотрела, а он действительно хороший, просто легенький, дневной такой хороший тон. Тушь, прекрасная тушь, которую тоже многие любят, с удовольствием заказывают. Гель я не пробовала, оттеночный гель уход, но читала отзывы, все плачут из-за того, что убрали наш предыдущий гель для ресниц и бровей, который действительно восстанавливал ресницы. У нас очень крутая точилка, очень крутая, вот такая вот она точилка, немножко у меня юзанная, потому что пользуюсь постоянно. Вот смотрите, вот тут у нас вот сняли верхнюю крышечку, здесь есть шпажка. Многие не знают. Вы ее берете и чистите вот то, где вот застряли вот эти вот все штучки. Почистили, назад положили, закрыли. А снизу еще и дно открывается. Сейчас аккуратненько открою. Дно открыли, тут все почистили. Смотрите, какая она классная. Тут прям целый домик для карандашей. И для больших, и для маленьких.
Очень хвалят карандаш для бровей, хоть он и без скидки, но я все-таки хочу сказать, что отзывы классные. А вот такой карандаш я пробовала, мне не понравился. Для меня это жесткий карандаш, то есть он царапает, тянет немножко веки. Напишите свой отзыв, может мне партия такая попалась. Я пробовала, когда их только вот выпустили в бизнес-центре. Карандаши для губ, для глаз, восковой карандаш появился тоже для того, чтобы сделать стайлинг бровей. Лаки, помады. Мне не понравился, сейчас я его найду, мне понравился вот этот двойной стик, помада и карандаш. Он абсолютно неудобный. Вот посмотрите, у нас есть специальная точилка, у нас есть специальный как бы карандаш для нас, то ли партия неудачная, смотрите. Он точится очень плохо, видите, он ломает, просто ломает, такого никогда не было. И там же остается стержень, который должен как бы мне остаться. То же самое с помадой, я пытаюсь точить, у меня снимается вся, кстати, поточился, как ни странно, а до этого не точился. Я им не очень довольна, потому что мне не нравится то, что расход такой большой стержня, его и так немного, плохо точится, крошится, вот эти крошки могут попасть в глаза, это как минимум неприятно и как максимум может быть даже опасно. А по цветам, да, цвет мне понравился, смотрите, какой классный нюдовый оттенок для губ и какой шикарный цвет шоколадный для глаз. Отличные, конечно, они карандашики, но я недовольна ими в этом плане. Так, каталог сдвинулся чуть-чуть, все на месте. Так, что, поехали дальше. Обзор матовых помад есть у меня на канале, можете посмотреть. Кстати, многие обзоры есть, если вы ищете тон подобрать, например, как будет тон лежать именно в том оттенке, который вам интересен, всегда вы на YouTube найдете выкраску, как это называется, забыла слово, когда тестируем все оттенки, выкраску делаем. Специальное смягчающее средство с маслом черники, прелесть, какой аромат приятный. А тут, кстати, можно в наборе взять, сразу будет три продукта. Масочки, тканевые маски, как я их обожаю. У меня как раз две новенькие есть. Смотрите, выгодно брать две, одна будет 199 рублей, а если две, то каждая по 169. Маленькая, но экономия. Вот такие масочки тяжелые, там у них много-много влаги, я ими пользуюсь тоже не часто, но я люблю тканевые маски, они действительно эффективны. Прекрасная серия Love Nature с ароматом абрикоса и апельсина, очень хвалю. Я пробовала гель для умывания, чудо просто, как понравился. Очень нравится серия с кокосом и алоэ, мы все время берем маску, маска просто чудо, такая вот классная маска, ее можно носить и как скраб, потому что в ней отшелушивающие мелкие-мелкие-мелкие частички, которые полируют кожу, не травмируя ее, а можно как маску, то есть и питает, и очищает, чудо как хороша, подойдет для разных типов кожи. Серия Pure Skin для проблемной молодой кожи, чудесный вариант, чтобы спастись от нежелательных воспалений. Чудесные маски, одна с глиной, другая с ягодами. Вот с ягодами у нас есть сейчас открытая, пользуемся. Такая маска. А, у нее легкий аромат. Я почему-то думала, что она будет прям вот так сильно пахнуть ягодами, но нет. А у нее легкий аромат, ненавязчивый. Есть у нас чудесные средства для осветления кожи, антивозрастные. В серии Optimus цены более лояльные, если сравнивать с серией Novage. У нас чудесная мицеллярная вода Optimals, вот такая вот большая, классно снимает макияж, очищает кожу. Рекомендуется мицеллярную воду всегда смывать водой. Я люблю бустеры, бустеры всегда у меня есть, разные беру. До этого был антиоксидантный, сейчас у меня обновляющий бустер, вот такой вот. Он густой-густой, его нужно капнуть на ладошку. Ой, не набрала. Ну, он такой не жиденький, хорошие капельки, даже вот так видно, когда его переворачиваю, он медленно перетекает. Добавить крема, смешать и нанести на кожу лица. Крема наносится лучше, и эффект классный, как волшебная палочка, сразу стирает всю усталость, лицо сияет и так далее. Есть вот и щеточки, и крема. Смотрите, у нас очень здорово все организовано, то что есть
продукты на разные вкусы, на разный кошелек, как мы говорим. То есть кому-то нужно вот уложиться в одну сумму, а кому-то можно побольше, да? Вот вы всегда смотрите то, что у нас продукция, даже если она, крем стоит 169 рублей, это не значит, что он плохой. Сэкономили на баночке немножечко, да, немножечко. Не такие, конечно, дорогие компоненты, да, ну, без стволовых клеток, но тем не менее крема работают. Есть у нас продукты для пыток, вот такие вот пружинки, да, чтобы пытать девушек, у которых щечки персики, то есть нежелательная, да, поросль на щеках. То есть вот так вот мы сжимаем пружинку и аккуратненько прокатываем, выдергиваются волоски. Я иногда делаю, больно, ой, как больно, но эффективно, потом долго не растут. А вот мой любимый продукт, один из любимых, у меня же много, на подставке. Вот такая шикарная штука, Skin Pro Sonic 3 в одном. Нажали, идет вибрация. Смотрите, не вращение, а именно вибрация. Что важно? Три насадки: очищение, отшелушивание и массажная. Вот я массажную обожаю, потому что она как утюг. Крем нанесла, и сразу, пока крем еще не впитался, я включаю ее и вожу по массажным линиям, и как утюжком разглаживаю морщины, чтобы их не было, потому что морщины никому не нужны. Цена у него высокая, но поверьте мне, в магазине такие гаджеты стоят намного дороже. Опять же, если вы стремитесь и стали участником премьер-клуба, то вам будет доступна скидка 50%. Так используйте ее на покупку этого гаджета. Получится цена уже более приемлемая. Отнимите 20%, разделите напополам, сколько получится. Очень даже ничего. Забыла масла вам показать. Ну ладно, есть отдельное видео на канале про эти масла. Посмотрите, они классные. Они очень классные. Они дорогие, но они работают, они эффективные, мне понравилось. Есть у нас интенсивные подтягивающие капсулы для лица Королевский бархат. Это вот такие рыбки, фиолетовые рыбки, а внутри маслица. Нужно оторвать у рыбки хвостик, и в хвостике тоже масло, и здесь в тельце, и распределить на очищенную кожу лица и шеи. Очень-очень крутой продукт, мне нравится, эффект я вижу, эффект очень хороший. Мы уже приближаемся к концу, а здесь нас ждет сюрприз. Ночная маска серии Novage, которая очень дорогая, стоит 1810. Для нас в этом каталоге спеццена 799 рублей. То есть что нужно было сделать? Сделать заказ в первый в этом каталоге на 500 рублей. Или... А, поняла. Закажи на 500 рублей в этом каталоге, если ты делал на 500 рублей в предыдущем. Номер 3. Или если ты в третьем каталоге заказ не делал или меньше 500 рублей, то в этом сделай заказ на 1000 рублей, кроме самой этой маски. И тогда эта маска будет со скидкой. Все, я вам дала полный расклад, как это работает. Чудесная серия Novage. Как же я ее люблю. Где мой любимый крем? Вот он. Похож? Novage коллаген. Я его обожаю, мой любимчик. Просто вот капельку прям вам покажу этого чуда, потому что жалко его просто так расходовать в никуда. Он мне помогает выглядеть так хорошо, как я выгляжу. У косметологов ни разу еще не была. Тут вот фу, надеюсь, и не буду к ним ходить, а Oriflame будет все время что-то придумывать для нас нереально крутое. Кстати, серия осветляющая. Если у вас проблема с пигментацией, то хватайте эту серию. Я читала отзывы, у девчонок классно сработало, все отлично, просто помогает, кожа осветлилась, кожа стала чистая. Очень много еще дополнительных средств в серии Novage. На что обратить хочу ваше внимание? Вот такую маску, многие ее не замечают, но это восстанавливающая, то есть это маска, которая помогает быстро восстановить кожу. То есть это такой экспресс восстановление, очень классное. Многие любят гидрофильное масло для очищения. Я им тоже пользуюсь, но сказать, что я его прям люблю, нет, не могу такое сказать.
потому что мне лень так много умываться разными средствами. Ну, пользуюсь, да, потому что эффект от него хороший. Есть у нас увлажняющие эссенции для лица, крем-скульптор для шеи. Всем рекомендую, всем абсолютно, потому что шея так быстро стареет, и этот продукт помогает сохранить молодость и красоту нашей шеи, чтобы она была лебяжьей как можно дольше. Средства, то есть продукты серии Wellness не просто нужные, полезные, да, они просто необходимы нашему организму. Это дополнительное питание, которое позволяет нашему организму выжить в столь экстремальных условиях нынешней жизни. Я имею в виду скудное питание, которое получает наш организм. Но про Wellness отдельная тема и очень долгая. Далее. У нас выходит новинка и заметная перемена. Это действительно обновленная серия против выпадения волос. Будет у нас несколько новых средств. Это шампунь, кондиционер. Раньше не было, кстати, кондиционера. Тоник против выпадения волос. Несмываемый, кстати, тоник, что очень важно. И средство для уплотнения волос. То есть мы и уплотняем, и можем делать с ним укладку. Ведь именно с таким средством я делаю свои крутые кудряшки, локоны, которые вы так любите, и многим они оказались такими доступными, что вы теперь ходите все с шикарными прическами, кто смотрел видео, как делать такие локоны. Итак, шампунь я только получила, видите, он даже запечатанный, я его даже не пробовала, я прямо при вас открываю крышечку и дегустирую. Приятный аромат. Очень приятный. Меня это радует. Какая у него консистенция? Давайте посмотрим. Такой густой, перламутровый, непрозрачный. Отлично. Буду пробовать. Ждите мой отзыв. Кстати, смотрите, какая классная штука. При покупке любых двух продуктов массажер для кожи головы обязательно берите. Вот обязательно. Кстати, с ним же можно делать антицеллюлитный массаж. У меня есть такой массажер из прошлой коллекции. Он такой удобный. Им и голову массировать, и вообще все тело очень приятно. Там такие приятные щупальца длинненькие. Так, серия для окрашенных волос. И вот это меня просто вдохновило. Посмотрите, нутрикомплекс для волос всего за 1499 рублей. Отличный продукт для тех, кто хочет с гривой пышной войти в весну, да, как долой волосопад. Бывает листопад, да, бывает волосопад. Так что здесь чем нас хотят побаловать? Зубная паста, вижу, со скидкой будет у меня, освежающая в руках. Все время пользуемся только нашими пастами, потому что они классные. Так, крема, мега объемы, очень хорошо. У нас, кстати, вернули был этот продукт, именно очищающий гель для рук. Он антибактериальный, по-моему, антибактериальный. Детская серия, как обычно, берем три. Три, потому что выгоднее, всего за 1035 рублей. Вы можете выбрать любые продукты, которые будут абсолютно безопасны для ваших совсем-совсем маленьких членов семьи. Прекрасное мыло с ароматом персика в виде ладошки. Это благотворительная акция. 1 рубль с продажи каждого мыла перечисляется в фонд «Жизнь с ДЦП». Детская серия. А что про нее говорить, если ее не было на складе? Уже 2 каталога, да? История игрушек 4. Мы ждем тебя. Детские зубные пасты, детские витамины, детская омега-3, дезодоранты. Кстати, у меня, представляете, еще... Все, остаточки дезодоранта еще в старом варианте, но он уже прям все кончился, можно сказать. Сейчас он немножко в другом дизайне, видите, был приталенный, а стал такой мужественный, с широкими плечами. Гель для интимной гигиены. Всем рекомендую. В каждый дом 300 мл счастья, которое поможет смягчить, увлажнить, очистить зону, интимную зону. Вау, здесь густое крем-масло. Серия Swedish Spa, она просто чудесная. Вот вся эта серия, она дорогая, она респектабельно выглядит, и она очень эффективна, поэтому балуйте себя с удовольствием. Средства, которые помогут укрепить грудь и живот,
А второй – это антицеллюлитный гель для тела. Эффект будет, если пользоваться регулярно. Имейте в виду. У меня также есть ванночка. А где она? Ищем. Ищем ванночку. Вот такая. Средство для распаривания стоп с имбирем и мандарином. Вот такое средство. Я им не часто пользуюсь. Немножечко добавляю в ванночку. Да, точно могу сказать, что... Есть приятное ощущение, хорошо размягчает кожу. Оно не пенится. Многие задают вопрос, пенится или нет. Нет, не пенится. Вы его даже не заметите, что вы его налили, но эффект от него будет. Есть также крем для ног с таким же ароматом приятным. Дезодоранты. У меня еще вот такой гигант. Я просто его взяла, потому что картинка такая же, но у меня здесь большой объем, 250 мл. А здесь предложение 150. Дезодорант для ног, он просто необходим каждому, мне кажется, человеку, потому что он поможет вам облегчить переход, во-первых, из сапог в туфельки, будет меньше натираний, он снимает отечность, дезодорирует, освежает, и можно его наносить и на ноги, на кожу чистых ног, в туфельки, в ботиночки брызнуть, через капроновые колготочки. Чудесный тальк для ног, его тоже очень любят, особенно мужчины, пемзочки всякие. Лосьоны для тела, кстати, акция при покупке двух, на этих страничках цена меньше. Скоро будет ажиотаж на тальки для тела. Запасайтесь сейчас, потому что потом будете локти кусать, что не взяли. Тальки очень любят женщины, потому что, ну, с ними легче переносить жару, конечно. О, наше мыло. Я вам покажу мой любимчик. Вот он. Так выглядит. Пряный цитрус. Пряный цитрус. И вот так он будет выглядеть, когда вы его достанете из упаковки. Как я его обожаю. Вот он лежит у меня уже сколько открытый, он вообще не выдыхается. Он выглядит как мыло ручной работы. Как это красиво. Какое оно приятное, когда им моешь ручки. И я им всегда запасаюсь. При покупке двух цена выгоднее. И что нас здесь еще ждет? Серия Feel Good и мой любимый сливовый набор. Мусс и гель для душа. В состав этих продуктов входят натуральные эфирные масла, поэтому когда вы купаетесь, кожа увлажняется, чудесным образом очищается, и ароматы очень красиво звучат, очень красиво. А мусс — это просто экстаз какой-то, когда им пользуешься. И мусс также есть в вдохновляющей серии мыла. Кстати, не ярко пахнут, если вот вам интересно, да, потому что, например, вот это мыло, его открываешь, и сразу этот аромат просто сводит с ума. Эти не яркие. Здесь нас ждет чудо. Кстати, я себе заказала все-таки набор, потому что я его забыла в первый заказ третьего каталога включить, с лёрд-оранжем и зеленым мандарином. Аромат невероятно освежающий, бодрящий, такой классный. Кстати, у меня есть еще лосьон для тела, просто чтобы вы видели, как это выглядит красиво, какой дизайн. 300 мл упаковка. У меня крем для рук и тела с ирисом и шалфеем в руках. Мыло, вот это мы использовали моментально, и вся семья ими купалась и мылась, потому что такой аромат вкусный, просто никто не мог удержаться. Новинка. Парфюмерный спрей для тела Love Potion Blossom Kiss. Что я про него вам скажу? Во-первых, дизайн упаковки сразу понравился. Очень эротично. Во-вторых, аромат. Он такой вкусный. Этот сочный инжир, эти сладкие фруктовые ноты, они просто сводят с ума, просто погружаешься в какой-то нереальный, я не знаю, сон, потому что здесь и лилия, и ваниль, и все это такое бархатное, сладенькое, но не приторное, не такое густое, чтобы задавить, прелесть просто. И у нас здесь есть супер предложение. Если заказать один спрей, он стоит 449 рублей, а если заказать набор, а в набор входит еще и крем для рук, который я очень люблю, с экстрактом персика, и еще помада, оттеночный бальзам нежный персиковый,
то весь набор будет стоить 499 рублей. То есть получается, за 50 рублей вы получите еще дополнительно помаду и крем для рук. Ну не чудо ли это? Конечно, чудо. А на этой страничке нас ждет уже известный нам спрей Love Potion Soul Tamping. Правильно читаю? То будете на меня ругаться? Не ругайтесь. Ну, не вижу названия расшифровки. Значит, буду так говорить. Плюс смягчающее средство с ароматом граната и гель для душа «Голливудская мечта». И тоже цена набора всего 499 рублей. А что нас ждет в самом конце каталога? Я вот не помню. Ну конечно, гель для душа. Гель для душа всего 79 рублей. 250 миллилитров. Хороший, густой, ароматный гель, который прекрасно очищает кожу. Обязательно сделайте запасики, потому что летом расход геля увеличивается, наверное, в 3 раза как минимум. Я благодарю вас за то, что вы были до конца со мной. Я вам желаю очень позитивного, продуктивного каталога, чтобы у вас ваши клиенты были в вас влюблены, их становилось все больше и больше. Я вам всем желаю удачи и самого классного. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!